Здравствуйте, я художник Марина Ермаченко. Вашему вниманию я предлагаю работу под названием «Коллаж», которая выполнена в технике декоративно-прикладного искусства. Здесь используются маленькие кусочки бумаги, которые в целом создают цельную композицию. Этот коллаж посвящен теме под названием «Время». Как известно, чтобы оставаться на месте, нужно очень быстро бежать. Я даю вам насладиться маленькими кусочками, которые вы видите сейчас. Они взаимодействуют с нашим видением времени. Как мы понимаем, всегда времени очень ничтожно мало, когда мы опаздываем, и очень много, когда мы ждем. Я буду очень рада, что вы обратите внимание на мою технику коллажирования.